Ух, ёлки-палки. Ну-ка, сядь обратно туда. Сядь обратно. Все, у меня жизнь восстановилась чуть-чуть. Ага. У, как ты полетел опять, офигеть. Все. Жесть, конечно. У, как хорошо. Кастер, кастер, стреляй в живот. Да, в красный как раз. Да, все, готов сразу. Там дофига он берет. Это да, я сегодня видео смотрел, как мы играли в другую, где мы этого. Я тебе скинул бизон. Да, я даже заметил, там как да. раз палев красный, у него херакс хп так ушло. Так, а где? Все, вон он бежит. Ага. Еще будет? Потому что это, я так понимаю, надо куда-то отъехать, наверное, нам. Потому что, да, вот там. Эти животные. Вот тут еще. А, это у нас же еще был пиздок. Слушай, чё? Вон, идём этот, возьмем лут и обратно. Да. Вот прям, да, вот здесь вот, значит, где-то, смотри, получается, у медведя и у кумы будет такая же херня. Если вот охотиться... На. То, получается, будет извини без. О. Да. Блин. Не успел. Готово все. Смотри. А? Чтобы все, да, очистить. Да, сразу. Ух, он там горит, и я горю. Все, вот посмотри, тут мож мошкара летает. О, че, он нету? Наши любимые, блин. Не, нету. Еще один стоит. Да. Обратно к бизончику. О, вон огромный тут. Да. Все, готов. О! Тут где-то помочил. Ага. А во, херач. Где иду? А. Че, замочил тебя? А. Да. Успел я стрелой, короче, херач. Смотри аккуратно. К тебе крадется, к тебе. Все, прыгнет. О, полетел. Да, смотри, стрелами здесь что-то это. Вес прямо стрелы. А, вот еще есть. Все, подобрал. И бери. Да, сейчас. В Ташкенте опять похолодал, что ли? В Ташкенте? Да, там сейчас, по-моему, потеплел, но... Блин, сейчас, подожди. Убежал, блин. Блин, вот угнал, а. Офигеть, мне бы так бегать. Давай. Это кто, ты? Не. Кто за какой плетится? Босс, что ли? Да, видимо. Или просто психи. Идем, чел? Я почти замочил. Давай, иду. Все, готов. Отлично. Просто миномет, это получается же где-то пост должен быть, по идее. Может быть. Не обязательно, думаю. Кто-нибудь из базуки помирачит там. Ну да. Вот, тут еще луч есть, кстати, чел. Угу. В домике. Сверху посмотрим, может найду этих психов. Да, не могу залезть. А вот тут псих этот.
О, так, сейчас. Я стану. Там вон, желтый бизон, бежи. О, вон. Погнали. Угу. Так. Тут где-то, вот он. О, да. Ух, чё. Вот, всё готов. Отлично. Вот это чётко. Чё, по-быстрому. Ага. Жёстко. Да, сейчас это... Придрочились. Да, ты того бизона взял, кстати? Да, да, взял. Чё за хрень? О, наш тачара там даже стоит еще. О, слушай, нормально, не спиздили? Угу. Че это? Как ты летел на ней, а он тебя это... фигарил. Ух ё, ух ё. Нет, слушай, парит. Парит. Ох, теперь мы полетели. Хуя. Живодеры какие-то. Не говори. Ну. Так, чекните. О, чё, да, аж тачка эта захерачилась. Слушай, бы нам так чинить, а, горелкой. Да-да, просто тупо. Да. Готов? Я сейчас снайперка попробую. Да. А, вон бизон, кстати. По-моему, попали. Не? Да, во, попал. У, 7200, офигеть. Ах, черт, а, это 7200. Отлично. Ага. Блин, я ему прям в это, в красную хрень попал, прям 7200 забрал. Ага. Да, этим луком, да, стрелами. Я тут... кого-то помню тоже попал в какой-то из животных. 7000 на нафиг. Я, блин, думаю, вот это нормально. Да, на. Блин, тут опять эти мошки. Да. А, еще 7000, извини, человек. Три. Есть. Ну, как, какой-то снял. Птичару снял. Чего? Где оно? Блин, теперь ее искать тут. Блин, упала сюда куда-то. Так, а ветки. Черт, а? Блин. Нет, сюда же упала. Блин. Так. Чел. Здесь нет. Камни. Вот тут же упал, ты же видел, да? Ну да, я видел, но что-то не понял, а куда идти? А, вот, нашел. Ну, блин. Хули, лапы красные. Ага. Погнали. Сичара. Погнали, чё. А куда погнали, кстати? Так, смотри, этих мы собрали. Слушай, есть тут тайничок рядом, может, тайничок? Расхерачи. Ну, поехали. Давай. Выбирай. О, все, отметил. Слева, назад. Чё. Ага. В крипте. О, здесь. А, стой, погоди. Я что-то без зоны взял. Прям он моргает, бля. Пиздец. Вот, все. Отлично. Так. Да, тут мост рядом. Угу. Тут скачал. Во, начинай.
Пультом качаешь. Ты... В смысле? Чё ты скачал? А, этот. Карбон. Форспид карбон. Ой. Ё-моё. Да, у меня не все есть на харде там. Вы прикольно так. Ну блин, заяц тут. Вот. Ну-ка. Пиздюк бежит как быстро, а? Все, послал я зайца. А че вон там, кстати, вон там все сожжено? Вообще можно ехать? Ну, можно. Ух, радиейшн был. Ух, чёрт. А как тогда туда попасть? Ну, видимо, с костюмом. Да, смотрите, да. Так. Ну, чётко. Я бы ещё... Все. Разводит, да. Так. Где они? А, все. А, вот вижу. Это там все. Отлично. Ну, еще один. О, сразу снова выстрел, выходи, сейчас. Ага. Заебись. Перед Сара. Заебись. О, где тут растеница. Да? Сегодня с Катикой были в этом... Ну, ездили в Юра Мерлин. Берлин? Нет. Ух, чё. И это. Или шкафчик в ванную. Вот, надо. Где? Да, все взорвал меня тут. Мина, ебучка. И ванную в шкафчик хотели сделать, чтобы, знаешь, ну, сложить все вот аккуратненько, потому что у нас что-то после ремонта так разбросано все. И что-то как-то. Решили уложить нормально. Вот. Искали, думали, как лучше сделать. Вот. Потом час, наверное, думали, особенно после ночной, то, что что-то пока сообразишь. Вот. В итоге решили, ну, как подешевле будет, да. Потому что так, если делать панели, когда дают, то выходит как-то дороговато. А готовы уже, ну, готовы уже это, дешевле, но там надо будет подрезать немного, дверцы сделать, но это, в принципе, не проблема, я там взял все, что аккуратненько было. Так, слушай, нам наверх надо с тобой. Отлично. Фига, всего. Так. Так, погоди. Что там было написано? Тут просто смотрю, кран светится. Вот с той стороны. Да, на. Так, попробую открыть этот кран.
я погонить вот этот чувака наверху, да, открой-ка он наверху тебе. Сейчас попробую. Так. Тут, кстати, ящичек. Отлично. Готово. Так. О. Что-то как-то легко все. Так. А, вот. Сердце. Туалетная бумага. Так. Все, готово.